почти как мне крути, а миром правят галочки. Важно лишь то, сколько раз ответили все мы. То, что мы знаем, это уже наша проблема. Вы политики, вы не хотите, но на каждый продукт есть свой потребитель. Свободы слова нет, до самого слова нет. И кто сейчас осмелится сказать, что это бред? А задница ни у кого не поднимается, все тушненько забили, ждут спасителя. А если у кого-то вдруг рот или глаза подкрываются, то корректно просят заварить. Заварите свое лицо, смотрите в интернете смешные передачи. Нужно чем-то занять ваш рот, конфеты из налогов не волнуйтесь, с вами же оплачу. Да, заварите свое лицо, читайте газеты, мы все ненужные обрезы. Липорту конфетов, в глазах песок, как же высок коэффициент вашей бесполезности. Только потому, что некуда свалить.